Символ казахстанского бокса, звезда мирового ринга, чемпион 30-х летних Олимпийских игр Серик Сапиев посетил студентов Карагандинского экономического университета. Университет экономический, но Серика связывает многое. Да и ректор Карагандинского экономического университета, сам Еркара Балкараевич, видный деятель нашего города. Не мог оставить достояние нашей страны без особого внимания. Красота спасет мир, но быть красивым не значит внешне. Разнообразие внутренней красоты, а именно скромность, серьезность присущи нашему чемпиону. Менің женісім бүкіл қазақ халқының женісі. Вы сказали, что на мне не было ни царапины, на самом деле было очень тяжело. Это со стороны так кажется, что все легко. Также большую и основную в жизни роль сыграл заслуженный тренер Республики Казахстан Александр Владимирович Стрельников, который на протяжении двух десятков лет был и остается родным человеком, которому Серик Сапиев дает должное уважение. Ну, во-первых, я хочу сказать большое-большое спасибо студентам, преподавателям, руководству университета, что организовали такую теплую встречу. Поэтому большое-большое спасибо, мы очень тронуты таким приемом. Сейчас он пройдет углубленное медицинское обследование, а там уже будем дальше планы ставить. Не обошлось и без поздравления звезд карагандинской эстрады. Бек Абдинов, Тулеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.